В Дагестане вводится полный запрет на организацию и проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято в ходе заседания оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Это связано с тем, что рост заболеваемости ежедневно растет. Так, за сутки в Дагестане зафиксировано 168 новых случаев заболевания. 85 пациентам удалось победить болезнь. Они были выписаны из больницы. Пятеро скончались. По последним данным Минздрава, вакцинированы более 160 тысяч человек.